Поваленные деревья, автомобильные покрышки и даже автомобили. Такие находки нередко приходится извлекать водолазам со дна акватории астраханских пляжей. Астраханские службы спасения сейчас активно готовятся к пляжному сезону. Какие места отдыха на воде считаются безопасными и каких лучше поостеречься, выясняла наш корреспондент. Этот пляж в Приволжском районе вот уже на протяжении 15 лет – излюбленное место отдыха многих астраханцев. В особо жаркие дни здесь собираются до 1500 отдыхающих. Вопросы безопасности всегда в центре внимания. Ну, территория относительно спокойна, как пришествий мало бывает. Ну, только где на водовороте, но это уже к пляжу не относится. Но все равно спасатель там осуществляет свою деятельность. Начало купального сезона в Астраханской области официальных сроков не имеет. Но, как правило, массовый отдых на воде начинается с первых дней самого жаркого летнего месяца – июля. В преддверии этого события акватории и пляжи должны быть обследованы водолазами. Под водой это занимает полдня. Мы осматриваем всю акваторию. А те предметы, которые возможно достать, мы достаем. Те предметы, которые невозможно достать, есть и такие, к сожалению, мы их обуйковываем. И люди как бы по буям видят, что там, в общем-то, не стоит купаться. Дно акватории может таить разные опасности. От сложного рельефа до принесенных течением стволов деревьев и прочих крупных предметов. На прошлой неделе в этом месте произошло трагическое событие. В реке Кизань утонул молодой человек. Открывать купальный сезон самостоятельно не всегда безопасно, напоминают спасатели. По заключению водолаза дно очищено от посторонних предметов. Сотрудниками ГИМС будет выписано предписание по устранению дополнительных недостатков, так как на этом пляже сейчас не установлено у нас травмпункт и переодевалки. Перед началом купального сезона в регионе обследуются места массового отдыха населения на воде. Главное условие – их владельцы должны своевременно обратиться в ГИМС. После устранения выявленных недостатков территория считается официально разрешенной для купания. Планируется, что в этом году безопасно отдохнуть на воде астраханцы смогут в 30 местах. Анастасия Ширяева, Серик Намазбаев, Новости 24 Астрахань.